На острове Марион, расположенном между Африкой и Южным полюсом, нашли свой приют королевские пингвины. Пингвины – отличные пловцы, но, к сожалению, не умеют летать. Поэтому им приходится добираться пешком до своих колоний, где их ждут голодные птенцы. Путь к колонии не очень дальний, однако на пляже их поджидают южные морские котики. Эти хищники питаются в основном рыбой, но некоторые из них стали предпочитать жирных пингвинов в качестве добычи. Пингвины не могут соперничать с котиками по физической силе, но они обладают острыми, как бритва, клювами. Единственный безопасный способ схватить пингвина – сзади, но хитрые пингвины всегда настороже. На этот раз пингвину удалось уйти от преследования и благополучно добраться до своих птенцов.